старались не расслабляться, но все равно вторая половина как-то показала, что не было какой-то недонастрой, и поэтому все вылилось в такую, можно сказать, нервную концовку. Много было недоразумений в игре, давали им выбрать, что они хотят делать. Но самое главное, мы продолжали, мы не опускали руки ни в один момент, а мы продолжали делать то, что делали, и добились победы. Я очень рад, спасибо всем, что пришли и кто смотрел игру. Следите за нами. Дальше.